представлюсь. Меня зовут Прокофьева Татьяна Николаевна, я генеральный директор научно-исследовательского института соционики. У нас есть международный ученый совет по соционике, именно международного находится центр в Киеве, я являюсь членом международного ученого совета. Мы выпускаем регулярно бакалавров, магистров соционики, обучаем, консультируем, проводим научные исследования, эксперименты. И вот сегодня немножечко хочу рассказать вам об экспериментах по соционике, о том вообще, что такое соционика, о ее научных основах, потому что очень часто люди слышали о соционике, им кажется, что они ее знают, а оказывается, что знают совсем другое, не то, что было заложено основателем, и не то, что сейчас изучается именно как научная соционика. Обязательно мы включим не только лекционную часть, которую я представлю, обязательно включим рассказ об экспериментах, которые мы проводим очень активно. У нас Виктор Григорьевич самый, наверное, главный идеолог наших экспериментов, главный человек в научной части нашего института. Виктор Григорьевич Прокопьев, магистр соционики, уже у него более десятка статей по соционике. И сколько больше 8 лет, уже около 10 лет, напомню. С седьмого года уже плотно в соционике, до этого интересовался, тоже читал. И потом мы покажем обязательно вам наши диагностические методики. Конечно, все не показать в этих вот рамках, но тем не менее, хоть что-то, чтобы вы могли попробовать на себе и посмотреть, как это работает, это представят наши тренеры-преподаватели Артем Валентинович Цыгенов и Станислав Алексеевич Субботин. Наши преподаватели уже 4 года с нами, они бакалавры соционики, у них уже есть статьи тоже по соционике, то есть люди с хорошим опытом преподают давно, много ведут тренинги и любят свою работу, не так же, как у них все, наверное, заметили, что мы свою работу любим. Итак, о соционике. Я назвала презентацию «Соционика. Наука о типах людей и об их отношениях». Конечно же, здесь сразу же вопрос. Наука, не наука. Может быть, это научное направление. Может быть, это часть психологии. Может, еще что-то. Вот здесь вот нам, конечно, очень нужна ваша помощь, потому что мы прекрасно понимаем, что вы владеете этими темами намного лучше. И вот определиться с позиционированием соционики, вот определить, куда ее лучше отнести, это вопрос пока открытый. Поэтому вот если слово «наука» звучит пока условно, мне хотелось только показать именно научный подход наш, что это вот не просто типология, это не просто технология, это действительно очень глубокое научное исследование. Перепишите, пожалуйста, слайд. Хотелось бы Руслана Иванова показать. Хотелось бы, потому что нам тоже. Сходите. Я думаю, Наталья Львовна туда идет. Действительно, уже когда кульминация будет, там будет самая интересная такая научная часть. Сейчас пока вступление для того, чтобы стало понятно. Вот вчера мы как раз очень хорошо обсуждали, наша такая маленькая научная беседа была, и очень хорошо обсуждали о важности практики именно. И вот я хочу сказать, что создатель соционики, Аушра Августинович, в первую очередь, вот на первое место поставила именно практику. Хотя научные исследования глубокие, вы это увидите по ходу презентации, но на первое место практику. Она говорила, люди всегда во все времена хотели жить в хороших отношениях, в добрых отношениях друг с другом. Хотели понимать людей и быть понятыми. Хотели все, удавалось немного. Это написала Аушра в своей первой книге о дуальной природе человека. Тоже об этом сегодня скажем. И вот подход, который она поставила в основу, как наладить людям добрые отношения между собой. Собственно, соционика именно о типах людей и об отношениях людей между собой. Аушра Августинович писала о себе, что она экономист по образованию, социолог по интересам и педагог по профессии. Долгое время она занимала должность декана факультета брака и семьи Вильнюсского университета. И работая с молодыми ребятами, она как раз задавалась вопросами, а как сделать так, чтобы семьи были крепкие, чтобы не распадались, чтобы создавали счастливые семьи, чтобы отношения у людей действительно были добрыми, чтобы люди друг друга понимали. И вот в какое-то время она создала у себя дома сначала кружок энтузиастов, вот очень похоже на то, что здесь происходит. Люди обменивались идеями, рассказывали друг другу о том, что в литературе удалось встретить, какие новые мысли, какие есть подходы в изучении. Тогда, конечно, за железным занавесом было... Присоединяйтесь к нам, пожалуйста, Иван Иванович.
Очень было сложно с литературой, и тем не менее Аушра была очень высоко образованным человеком. Она читала на многих языках свободно, на английском, немецком, французском, польском, родной ее литовский, соответственно, русский язык тоже, и писала на многих языках. И очень многие работы она прочитала в подлиннике еще задолго до того, как они были изданы в нашей стране. И благодаря этому в основу она как раз взяла сначала подход Фрейда, подход о структуре психики, сейчас об этом тоже поговорим. И далее, уже в ходе работы этого кружка, ей подарили тоненькую книжку Юнга, 10 главу, которая издавалась еще в 24-м году, с незапамятных времен у кого-то сохранилась. Я уже написала так: Юнг меня заинтересовал сразу, потому что он давал структуру. То, чего не было в другой литературе, в других работах. А структура ей, как структурному человеку, по типу своему, была очень близка. И она сказала, то, что теория Юнга недошифруема и слишком сложна, я узнала слишком поздно. И это было случайной удачей. Когда она сказала, что это было случайной удачей, что Юнг была профессиональным психологом, потому что мне психологов выдавало мнение, что теорию расшифровать невозможно. Я уже писала, я узнала об этом, когда в руках моих был шифр. И об этом шифре мы тоже будем говорить. Включи, пожалуйста, слайд. Вы можете попробовать. Итак, на чем основана соционика и почему сейчас вот есть такая сложная тема с ее позиционированием? Собственно, я скажу, что мы не ставим ее как проблему, мы просто не торопимся с позиционированием. Мне кажется, что жизнь все должна расставить на места, и в том числе вот и наши с вами встречи, обсуждения, дискуссии помогут в этом. И соционика базируется в первую очередь, конечно же, на психологии, в первую очередь на психологии Юнга, это основа ее. Второй стороной она базируется на социологии, потому что соционика занимается отношениями людей в больших и малых группах, это очень важно. И очень серьезный момент информатика, то есть мы рассматриваем тип именно информационного обмена между людьми. Мы сейчас покажем математические модели психологических типов, там работает комбинаторика, там особенно не пугайтесь, если что непонятно, я все расскажу, объясню, то есть мы знаем, что нужно, это сложно и непривычно, но тем не менее все это можно понять. Пожалуйста, следующий слайд. То есть вот в первую очередь все-таки Фрейд. И на конференции Кауша очень много говорила о Фрейде. Сейчас мы уже привычно говорим, что соционика идет корнями из Юнга, но все-таки сначала был Фрейд. И сначала была его трехступенчатая структура психики, эго, суперэго, ид. Вот это то, что легло в основу построения моделей впоследствии. Далее Юнг, который дал теорию психологических типов, и Юнг показал, что вот та самая фрейдовская структура наполнена у разных людей по-разному, в зависимости от типа. Он показал функции психики, которые работают, он описал типы психологические, которые построены на наполнении этой структуры, и он показал, что эта структура устойчивая и, скорее всего, врожденная, потому что с течением жизни тип человека не меняется. Ну и дальше Аушра, уже основываясь на типологии, психиатрическом подходе Антона Кемпинского, это польский психиатр, взяла у него идею информационного метаболизма, или по-другому называть информационного обмена. И тогда уже создалась соционика именно как научное направление. Я сразу же скажу, что здесь у нас стоит значок MBTI, потому что типология Юнга развивалась не только в нашей стране, но и на Западе. Там не было железного занавеса, поэтому она развивалась естественным образом. Сначала не столь активно, потому что это были только отдельные энтузиасты, последователи Юнга. Но после Второй мировой войны Изабель Майерс-Брикс очень сильно прониклась идеями о том, что люди воюют друг с другом, не понимают друг друга. И ей хотелось сделать так, чтобы не было войн на земле, чтобы люди могли друг друга слышать, друг друга понимать. И она посвятила свою жизнь тому, чтобы разъяснять типологию Юнга, истолковывать ее, провести эксперименты. Со своей матерью Кэтлин Брикс, которая начала изучение текстов Юнга, они создали опросник, типологический опросник Майерс-Брикс, или теперь он называется MBTI, Myers-Briggs Type Indicator.
И по этому опроснику сейчас в Америке и в Западной Европе диагностируют очень активно, очень много. Тип всего указывают резюме при поступлении на работу. То есть там это принято как технология. И дай бог, чтобы в нашей стране это тоже было принято. То есть это один из самых признанных на данный момент подходов MBTI, так же как Большая Пятерка, сейчас вот эти опросники одни из самых уважаемых в западном мире. Выключи, пожалуйста. Ты убрал не слайдик. Там не было скрытого слайдика. Я тогда скажу устно. Вот здесь не эти, у меня был еще один. Или принесет. Я скажу тогда устно. Хотела сказать о том, как произошел переход от типологии Юнга уже непосредственно в психонике. Я уже упомянула теорию информационного метаболизма Кандинского. Кандинский в своих работах с пациентами наблюдал такую вещь, которую он сформулировал следующим образом. Он говорил, наша психика питается информацией. Точно так же, как тело питается пищей, психика питается информацией. И психическое здоровье зависит от количества и качества этой информации, поступающей к нам. И Аушера развернула эту мысль именно в практическом ключе. Она показала, что информация от одних людей, мы как будто не перевариваем. Вот человек говорит внятные разумные вещи, а для нас это звучит как жужжание навязчивой мухи. А от другого человека, вот что бы он ни говорил, это просто вот как музыка приятная для наших ушей. А другому человеку нейтрально, да, говорит, да, прошла информация. И с третьим человеком это может быть активное деловое взаимодействие и так далее. То есть вот этот вот подход информационного метаболизма Ауша положила в основу. И она написала так, что для того, чтобы отдать дань великому польскому психиатру, мы назвали психонику еще второе название теория типов информационного метаболизма. Метаболизм – это обмен, как мы знаем. То есть это типы информационного обмена. И мы уже сегодня совершенно четко можем говорить, что психоника ни в коем случае не претендует на типологию всей психики. Даже и изначально этого не было заложено. Она говорит только о том, к какому типу обмена информацией каждый из нас с вами относится, не более того. То есть над обменом информации есть еще личные вкусы, привязанности, доброта, воспитание, сила воли, стремление к власти и так далее. Все это к психологии не относится. Понятно, да? Только то, как мы обмениваемся информацией. И вот иногда этот подход кажется, что это узкий класс исследуемых явлений. На самом деле, если мы попробуем назвать в нашей жизни хоть какое-то место, где нет места информации, это было бы странно, мы этого не найдем. Циклоника вот как раз сейчас вот в применении. Циклоника затрагивает и взаимоотношения людей в семье, и взаимоотношения на работе обязательно, и профессиональную ориентацию, профориентацию, которую в нашей стране в очень слабом состоянии, мне кажется, что и в мире тоже. Вот соционика помогает определить свои сильные и слабые стороны для лучшей профессиональной реализации. Соционика способствует развитию личности, зная, в каком направлении легче развивать. То есть применение очень широкое, но об этом будет мой доклад на конференции. Кратенько. Это чуть-чуть. Мы соционику настолько любим, что мы готовы о ней рассказывать бесконечно, поэтому я не буду вам зачитывать со слайда, я надеюсь, видно, да? Вот это кратенько то, что мы проходим на самом первом модуле нашей программы. Вот таких вот модулей 10. Да, вот самое начало. То есть здесь у нас в первую очередь, как понять себя, потому что понять и принять себя задача очень-очень серьезная для многих. Как познать других, потому что тоже понимать человека, с которым мы имеем дело, чтобы разговаривать на его языке, это очень сложно. Освоить языки, общение, как мне подойти к нему? Ведь мы же уважаем иностранные языки, мы приезжаем за границу, и хоть на ломаном английском, но как-то строим фразы, ну кто настолько учился, кто как умеет, да? А здесь мы почему-то думаем, что человек обязан понимать нас, когда мы говорим на нашем языке, да нет, у него свой язык. И вот это вот мы тренируем людей на первом же модуле. О чем мы еще говорим? О развитии, о конфликтах в семье, о том, что наши дети другие, не надо их воспитывать так же, как воспитывали нас. Надо к ним другой подход находить. О том, как строить команды и так далее. Но я не буду вот все вам зачитывать. Тогда вы видите, вот такой вот огромный класс, это только первый модуль, все мы начинаем. Что нам приятно? Нам приятно, что нас с удовольствием приглашают в жизнь на работу.
И соционика, в общем-то, очень хорошее развитие получила в космонавтике. Космонавты, когда на конференции в звездном городке рассказывают о том, как они применяют соционику на орбите, это просто одно удовольствие, потому что вот станция «Мир», ну, кто был на экскурсии в звездном, она вот не больше вот этой вот площадочки. И люди там, 2-3-4 человека, полгода вращаются в замкнутом пространстве, да. Психологи понимают, насколько это тяжело для психики, это просто бывает и срывы у людей, невозможно выдержать. И когда мы спрашиваем космонавтов, как они применяют соционику на орбите, в первую очередь для распределения обязанностей на борту, кто-то следит за приборами, кто-то выращивает растения, кто-то там, ну, еще какие-то вещи, да, то есть вот эти обязанности распределены, да, именно с учетом сильных и слабых сторон личности, но еще и подходы друг к другу, как разговаривать с человеком на его языке, чтобы избежать конфликтных ситуаций, в чем его не задевать, не трогать, а в чем наоборот на него можно опереться. Вот эти вещи применяются, и это очень интересно, при том, что мы с вами, ну, должны четко себе понимать, что хоть и есть у нас теория интерсексуальных отношений, и хорошо бы подбирать экипажи, как семьи, по благоприятным отношениям, но есть все-таки звонок сверху, и у нас есть семья, и в Америке точно так же на команда астронавтов подбирает, что полетит вот этот, полетит вот этот, без никакого учета. И даже когда идут неблагоприятные интерсексуальные отношения между людьми, все равно люди находятся между собой, общий язык, и это не только на уровне внутренней культуры, но и на уровне знания языков. Я извиняюсь, сейчас будет темнеть, может включить для лучшей съемки? Нет? Для съемки как? Нужно включить? Да, можно, да. Нужно включить. Да, и да, здесь вот на снимке как раз мы с Игорем Григорьевичем и Александр Валентинович Лукавов, он у нас директор международного здесь вот. И, соответственно, на тот момент был директором Центра управления полетами космонавт Крикалев. Идем дальше. Теперь, собственно, о соционике. Я вам такое вступление дала для того, чтобы хотя бы познакомить, рассказать, о чем мы, да? Собственно, о соционике. То есть Юнг открыл сначала четыре функции. Четыре функции, которые он назвал мышление, чувства, ощущения и интуиция. А Юнг говорил, почему я выбираю именно эти четыре функции, такого основания я дать не могу. Могу только сказать, что сложилось оно у меня в ходе многолетнего опыта. При этом я ни за что не хотел бы отказаться от этого компаса в моей исследовательской экспедиции, в плавании в бурном море человеческой психики. То есть он видел вот эти вот четыре функции именно как компас, который помогает ему сориентироваться, найти какие-то координаты и понять своего анализанта, пациента как можно лучше. А эти четыре функции он представлял таким образом. Он очень наглядное дал представление, что сначала человек с чем-то сталкивается, и он говорит, что-то есть, вот что-то есть. И эту функцию назвал ощущение. Что-то есть, ощущение, мы ощущаем. Потом мы задумываемся, а что это? Эту функцию назвал мышление, мы думаем, что это? Далее, следующим шагом, мы задумываемся, а какова его ценность? И эту функцию он назвал чувство, потому что ценность, она идет уже как человеческие ценности. Что-то люди ценят, что-то не ценят. Это ценность. И следующий вопрос, который человек себе задает, а откуда оно взялось? И куда оно пойдет развиваться дальше? И вот эту функцию он назвал интуиция. То есть вот так вот просто и понятно он описал вот эти вот координаты или тот компас, который, с помощью которого он ориентируется. Четыре функции. Соционики, они получили название уже, там, мышление получило название логика, чувство и название этика, интуиция осталась интуицией, ощущение получило название интуиции. Почему? Я вам скажу. Потому что с такими названиями, особенно в русском языке, есть соблазн думать, что какие-то люди не мыслят, а какие-то не чувствуют. Вот это неправда. У нас у всех есть и мысли, и чувства, только они о разном. Немножко я об этом тоже скажу сегодня. Далее, что сделал Юнг? Он увидел, что есть установки психики, экстраверсия и интроверсия. Экстраверсия – это установка на внешний мир. Он говорил, что либидо человека направлено на внешний мир, то есть он любит, он интересуется, интерес направлен на внешний мир. И действительно, мы видим, когда экстраверт во внешнем мире видит, замечает все, но он приходит к нам на диагностику и говорит, расскажите мне обо мне.
своем внутреннем мире, он не знает, что происходит, а во внешнем он видит прекрасно. И наоборот, интроверсия, когда человек либидо направлена вовнутрь, то есть он любит себя или интересуется собой, знает свой внутренний мир. А там в его внутреннем мире есть образы тех объектов внешнего мира, есть отношение к этим объектам, есть даже интерес к чужому внутреннему миру, но именно к внутреннему в первую очередь. А вот объекты внешнего мира он может иногда не замечать, ну или меньше замечать, чем внутренний мир. То есть вот эти установки не имеют ничего общего с общительностью замкнутости. Вот почему идет вот такая путаница в диагностике психотипов, потому что, ну это здесь уже благодаря американским психологам, Айзенку в первую очередь, который просто упрощенно дал, что раз общительный человек, значит экстраверт, раз замкнутый человек, значит интроверт. Ничего подобного. У Айзенка в результате получилось 80% амбивертов, что неудивительно, потому что человек не может быть всегда общительным, либо всегда замкнутым. И это не имеет отношения, по крайней мере, к сатанинскому подходу точно. То есть соционика ведет экстраверт-интроверт непосредственно от Юнга. Интерес к внешнему миру, интерес к внутреннему миру. И сегодня на рисунках мы вам это дело покажем. Таким образом, Юнг четыре функции представил в экстравертном и интровертном вариантах. Для того, чтобы легче было эти тексты расшифровывать, помните, Алша написала, в руках у нее был шифр, она дала значки для обозначения. И значки расставляла сначала вдоль текста юнговского, ну а потом из них свою модель. Поэтому привыкаем потихонечку видеть значки, если мышление нарисовано таким квадратом, но как символ прямого, понятного мышления, да, при этом экстравертная функция в экстравертном варианте всегда имеет черный цвет, интровертный вариант имеет белый цвет. Да? Дальше вы видите, что чувство это как сапожок, то есть оно какое-то вот мышление, ну такое необычное, не похожее, поэтому у него вырезанный квадратик у сапожка, да, интуиция как направленный вверх, на развитие, треугольник, и кружок ощущений, когда все гармонично, все приятно, все комфортно. Ну, то есть вот ассоциативный ряд нам помогает воспринимать и запоминать эти значки. Таким образом, по функциям Юнг описал 8 психологических типов. То есть у каждого типа Юнг сказал, что есть ведущая функция, и по ведущей функции описал психологический тип. Вот это такая, ну, первый кусок такой вот сложности теоретической. Ну вот мы с вами его успешно прошли, справились, ага. Дальше. Можно уточнить? Да, конечно, можно, да. Для себя, чтобы уточнить. Все-таки как отличать, как можно сформулировать отличие чувства и интуиции? Отличие чувства и интуиции, да. Все-таки вот то, что вы сказали об интуиции, мне показалось, ну, недостаточно ясно. Я понимаю, да. Смотрите, вот функции, потом мы еще скажем, что Юнг поделил на рациональные и иррациональные функции. И вот интуиция относится к иррациональной функции. То есть это то, что мы где-то почуяли. Интуиция – это то, что восприятие происходит бессознательным путем. Вот нам кажется, что произойдет, и оно реально потом происходит. Почему нам показалось? Оказывается, Юнг говорит, что интуиция – это дочь информации, но информация это состоит настолько из мелких деталей, что бессознательным путем она складывается в целостную картину. Это интуиция, да? Теперь функция чувства. Функция чувства, функция рациональная по Юнгу, и это работа с переживаниями человека, его эмоциями, любовь, ненависть, дружба, вражда, что здесь может быть, моральные нормы, нравственные категории, то есть то, что относится к сфере переживаний человека. И не всегда мы чувствуем интуитивно его переживания, хотя есть люди, у которых к сильным функциям относятся и чувства, и интуиция, поэтому они у них вместе в одной модели. Мы потом о модели скажем. А есть люди, которые конкретно говорят о чувствах, что вот конкретно вот здесь вот так нужно было себя вести. Ответил? Ну, например, там еще потихонечку будет складываться картинка. Идем дальше. То есть, вот сюда вот слайд перешел, но я вам его уже рассказала. Идем дальше. Не страшно. Дальше. Что сделала соционика? Собственно, тот же шаг, который сделала и типоведение Майерс-Брюгс. Поскольку у нас понятие рациональности и иррациональности было введено Юнгом, то этот шаг был учтен. И более того, Юнг говорил, что типа он построил по первой функции, но на самом деле о роли второй функции, вот как раз сейчас мы говорили о том, что вторая эта функция тоже есть у человека сильная,
я роли второй функции Юнг писал в текстах, но не довел это до типологии. И вот учет второй функции был на уровне как подтипов, как вариант подтипов. Вот и социологи, и типоведение Майерс-Брюгс просто учли вторую функцию как действительно основание для деления тоже на отдельные типы, и поэтому количество типов стало 16. И социологи, и Майерс-Брюгс этот шаг был сделан одинаковый. И перед вами сейчас карта уже экстравертных типов, то есть типов социологии, я вам сразу же скажу, потому что иногда, вот читая социологии, мы встречаем там название Дон Кихот, Гамлет, Драйсер и так далее, и нам кажется, что это некая игра в каких-то известных личностей, у которых есть описание, ну такая салонная игра еще, как им говорят. На самом деле ничего подобного, это научный подход, у типов есть научное название, вот в данном случае первый тип, это у нас, поскольку он экстраверт, рационал, логика, интуит, он называется логика, интуитивный экстраверт, да? Или вот, например, есть тип иррациональный, тоже интуит, логика, он называется интуитивный, логический экстраверт. То есть это названия, которые говорят о сильных сторонах типа. Вот это вот нужно знать. Но поскольку каждый раз, вот, например, читая лекцию, говорит логика, интуитивный экстраверт, ну язык же сломаешь, да? И вот для того, чтобы создать какие-то образы, для того, чтобы было легче называть, легче воспринимать, понимать, запоминать, Аушра дала псевдонимы типам. Поэтому у этих типов есть псевдонимы по известным людям, по писателям. Иногда это литературные герои. Да, конечно, да. По этим псевдонимам, потому что они настолько, как бы, вот мне захотелось назвать вот так. Я назвала этот вот так. Я, чтобы чего-то вот там назвать или что. Вон, Наталья не даст соврать. Пролопачиваю, ну всю, поднимаю биографию, все дневники, все, чтобы его, вот не дай бог, не запутаться и не куда-то не туда. Я вижу, что там идет, ну, очень, она просто с этими названиями сбивает просто сразу. Не надо назвать, вот это прекрасно. Это вот научный все. Подход. Мы с вами на нем остановимся. Как только названия идут прямо выбивать. Да, я всегда вот эти названия. Я поняла ваши чувства. Наталья, и на посты, да. У вас не вопрос, а что с гением, с предложением. Да. Пожалуйста, я понимаю. Придержитесь пока. Хорошо. Вопрос – это вопрос. Да. Когда вы начинаете выступать со своим мнением… Я поняла, это эмоции, да. Придет время, будете выступать. Да. Смотрите… Потому что они лишние какие-то. На данный момент, мы с вами останавливаемся на научном названии, пока этого не трогаем, а потом будет необходимость, мы подойдем к тому вопросу. Еще раз, пожалуйста, здесь у нас интровертный список, тоже с научными названиями, полными, вы тоже видите, по аналогии с экстравертами, как и сделано. Пойдем дальше. Еще раз, сейчас. Вот, смотрите, что очень важно отметить, что когда мы говорим, у человека сильная функция логика, то предполагается, что этика – функция слабая. Да? Ну, естественно, это вторая сторона того, той же пары признаков, или они социологи называют дихотомией. Дихотомия – деление на два, да, то есть делить, два. Вот, при этом нужно что учитывать, что у каждого из нас есть все. Ни в коем случае нет такого, что вот он такой вот логик, а в сфере чувств он вообще никак не разбирается. Вот такого быть не может, потому что любой человек – живой человек. И когда мы этот вопрос обсуждаем, очень часто ученики, особенно начинающие, задают вопросы, как же так, у нас получился логиком, а почему же он о чувствах сказал? Я говорю, у человека две руки, правая и левая. Есть правши, есть левши. И если у него правая рука сильная, это же не значит, что левая нет совсем. Она же не спрятана куда-то, она вот тоже есть, присутствует. Но все-таки сложные задачи, трудные, ответственные задачи мы выполняем сильной рукой. И точно так же на сильные функции мы опираемся, там, где ответственная задача. А там, где для себя, для отдыха, так же, как вторая рука вспомогательная, когда мы делаем какое-то сложное дело, мы делаем его двумя руками. Точно так же и функции идут именно вместе, в паре. Но очень важно все-таки выделять, какая функция ведущая, какая сильная, именно мы здесь идем от Юнга. Вот это вот важно сказать. Еще что важно сказать, что Юнг нам выделил 4 пары признаков. Мы о них уже сказали, да, это у нас логика, этика, первая пара, рациональные функции, вторая пара, интуиция, сенсорика и рациональные функции, функции восприятия. Первые были функции слушания, вторые функции восприятия.
Дальше у нас экстраверсия и интроверсия мы упомянули. И упомянули деление на рациональные и иррациональные функции. И также деление типов на рациональные и иррациональные. Это четыре пары признаков. Наблюдая людей, очень много исследуя на практике, а уж увидела, что есть дополнительная пара признаков, которые описывают те же самые типы. И они нам помогают уточнять нашу диагностику и уточнять применение. И вот видя это, питерский на тот момент, сейчас на Одессу переехал, математик на тот момент, сейчас получил психологическое образование, Григорий Романович Рейнин, доказал теорему о том, что этих пар признаков должно быть 15. Там есть специальные условия, когда именно на психологическом пространстве 16 типов описывают именно 15 парами, а не 4, как у Юнга. Юнг заметил наиболее яркие в своей практике, а здесь уже математически Рейнин рассчитал, что эти пары, они были названы, Аушвиц назвала признаки Рейнина, в честь того, что Рейнин их посчитал, но уже после смерти Аушвиц, конечно, сообщество понимает, что огромнейшую работу здесь совершила именно Аушвиц, поэтому признаки называются признаки Аугустиновича и Рейнина. Сейчас вот так вот принято их называть. И очень много было... Время на А, да? Аугустинович. Аугустинович, да. И при этом недостаточно было просто посчитать, что этих пар 15. Необходимо было исследовать их психологическое наполнение. И вот эти эксперименты первые проводились первыми сексологами, во главе с Аушвицем и Рейнином, делили людей на группы, противоположные по признаку, например, группа логиков, группа этиков. И давали им одинаковое задание. И смотрели, как они справляются с заданиями и что появляется. Вот эти эксперименты потом вместе с Рейнином мы повторили у нас в Москве в 2008-2009 году. И о результатах как раз Виктор Григорьевич расскажет. Ну, о некоторых результатах, понятно, сегодня рассказать. Эксперименты очень показательные. Они дали возможность описать психологическое наполнение признаков. И этими признаками мы сейчас тоже пользуемся. Так, дальше идем. То есть это наблюдение за поведением. Не только за поведением. Вот какие-то признаки из этих 15. Да. Вы можете. Значит, вы предлагаете, ну, в эксперименте предлагается решить какую-то творческую задачу. Да? Да. И вот пока человек решает творческую задачу, есть некие эксперты-наблюдатели, которые оценивают, ищут там. То есть это визуальное наблюдение. У вас есть протокол наблюдения по, где прописан признаки, которые поведенческие. А сегодня вы их увидите, на видео покажут. Да, наблюдают, смотрите, что наблюдают, отличие в поведении, в речи и во внешности. Это все внешнее, это никак не внутреннее состояние. Это не структура личности. На самом деле. Это структура личности. Да. Можно пока не спорить. Да. А там проходит и кто идет мужчина, первый? Который просто совершенно не пропускает женщину, а просто идет. При этом ее даже сына признаться, это моя младшая сына, это моя старшая сына. Мне кажется, что я плохо воспитала детей. А также в одной семье, один упрямый просто проходит, а другой уступчиво стоит вот так. Хотя у мамы родной, у папы на экспериментии, чего бог что. Вот. Один похож на папу, другой на маму. Да, это правда. Это моя кухня. Видите, и они почему такие гордые идут, прямо по людям, да, проходят довольные такие, улыбаются. Знаете, девушка уже там, она уже готова проходить, а здесь я несколько раз командую. Первая пара пошла, вторая пара пошла. Они стоят, как будто бы страшно пройти дверь. Это удивительно, и это работает. Может, хромает этика и этикет, они не знают этого правила. А почему вот те, кого мы поставили с этой стороны, у них хромает, у 23, а у других не хромает? Ну вот как мы-то угадали, у кого хромает, у кого нет? Мы же их только по признаку делили, не более того. Да они заранее готовы пропускать нахалов, поэтому они обходят и стоят. Это типологическое. Вот в чем дело. Это типологическое. Вот в чем дело. Типологическое, я понимаю. Да. При этом они ничего не разговаривают. Это не воспитанное. А суть происходящего такова. А почему так действуют? По типу. Я вам расскажу про людей немножко, чтобы было понятно, что ни разу не нахал. Вот эта вот девушка, топ-менеджер крупной компании.
компании, воспитанная очень хорошо, просто идеально. Она на занятиях была себя, ну, прекрасно, то есть никогда от нее не услышишь, не то, что там нахальство какого-то, вообще никакой неприятности. Она просто спокойно идет в дверь, она ничего нахального не сделала, а ее обходят вот большим кругом. Смотрите следующее. Четвертая пара пошла. Видите, это, кстати говоря, ну, сейчас я набрала Афанасия, на тот момент жена Афанасия. Вот, тоже идет, она воспитанный, интеллигентный человек, но она не понимает, а что тут такого трудного, а опять ее обходят большим кругом. Она просто не видит другого. Какого типа этой стороны не видит? Вот эти все воспитанные интеллигенты, которые не воспитанные. Какого типа? Вот это вот тетушка. Признаки уступчивые. Уступчивые это у нас... Базального типа. Да. Значит, несколько типов дают нам уступчивость. 8 типов уступчивых, 8 прямых. А несколько типов дают нам наглость, так сказать. Не наглость, упрямство. Ну, не упрямство. Не уступчивость. Да, не уступчивость. Я просто люблю называть вещи своими именами. Если я говорю лопата, то я говорю, это лопата. Внимание к потребности, внимание к ресурсам. Понятно, понятно. Там своими именами не такое бытовое. Внимание к потребности, внимание к ресурсам. Вот что скажем. Я знаю, мы психологи умеем это все. Вы смотрите, вы не расставляли по... Вот казалось бы, вот большая девушка с историей, такая крепкое тело, то у нее... Ей-то чего бояться? Смотрите. Смотрите, топчется, опять топчется. А там просто идет и улыбается. Теперь вот смотрите, хочу обратить ваше внимание на эту женщину особенно. Заслуженный учитель, педагог, педагогист. Нет, не красного, а вот эта вот женщина в желтом, да, светленьком. Вот, а педагог, методист с огромным стажем. Уж казалось бы, в школе она столько этих детей видела, они же ей под ноги кидаются на каждую перемену. Уж ей-то пройти. И помните, что Ренин предположил, что младшие будут пропускать старших. Смотрите сюда. Видно? Вы будете удивлены, но это ее дочка. Причем родная дочка не пропустила маму, дочка. Просто воспитанная еще как, потому мама что мама педагог ее воспитывала и воспитывала, она уже что-то гипервоспитанная. Такой, что не видно этих лиц. А получить результат воспитанного, это другое. Она в результате воспитанная. Она воспитанная девочка, мы ее знаем очень хорошо. Она несколько лет у нас училась, потом работала. Так скажем, вам так скажут тоже. Я понимаю, что можно выяснить. Я даем, а дальше готовы работать, готовы идти эксперименты. Они объясняли свою программу, готовы проводить. Мы говорили с ними, для них просто понятно, что есть дверь, на нее можно пройти. А эти люди все равно они не понимают, почему они уступают. Они просто вот чувствуют себя вот так вот сжатыми и все. Все понятно, моя дорогая, все понятно. Да, я знаю, что не поверишь. Ваша интерпретация этого феномена понятна. Другие возможные интерпретации есть. Этого всего казалось. Феномен есть? Есть. Давайте по-другому интерпретируем. Мне просто очень интересно, что вы сказали, как я разделила людей тогда на воспитанных и невоспитанных, если я делила их по признаку вторичных. Вот мне интересно. Вот для меня, как для ученого, есть факт. Вот он факт состоит. Здесь вы разделили группу таких-то, и у вас гипотеза была вот такая, что они будут пропускать. Там вы разделили группу других, которые, ваша гипотеза была, что они не будут пропускать. Гипотеза подтвердилась. Теперь, как экспериментатор, вы очень четко отрегулировали, чтобы не было побочных всяких факторов других. Насколько например, можно, да. Вот мне уже тут подсказывают, эти стоят дальше и не видят, а те стоят ближе они и видят. Они сами подходят, мы им не разрешаем, они подходят. Не свободно подходят. Посмотрите, какое расстояние здесь, а там не успели сказать, а те уже стоят у дверей.
А я же им не говорю, нет, вот этим нет, не приходите, а тем подхожу. А вы не обеспечили, Наталья Львовна говорит, вам что вы не недостаточно чистый эксперимент. Я не могу с палкой стоять. Давайте я скажу. Вот этот эксперимент мы проводим на ассессмент. Инструкцию отработали. Этот эксперимент мы проводим на ассессмент. Как нельзя заглядывать. Этот эксперимент мы проводим на ассессмент каждый месяц. И уже с тех пор, конечно, со времени этого эксперимента с 2008 года прошли годы. Его проводит Виктор Григорьевич. И он каждый раз стоит в двери, по-моему, даже вы видели на этой дороге, мы же были на ассессменте. Он стоит в двери, не подглядывать, не, он прямо вот сейчас, вот прямо вот реально вот перед ним дверь, да, и вот прямо вот эти группы вот так одинаково. Ну, нет, я думаю, что они действительно практически... А все равно происходит то же самое. Наталья Львовна. Они, ну что вы хотите нам подожди, сказать? Подожди, они практически в одинаковых действительно условиях, предположим. Почти одинаковые. Да, вот все зафиксировали, да. И так далее. Мне вот чего-то, мне вот все равно, как это объяснить, гипотеза, нижний тип, это уже вторая. Да. Это уже что? Я есть факт, я зафиксирую, и они так и фиксируют. Эти выразили вот это, нет, получили вот столько-то этих проходов туда, это статистически, это значимо, эти больше, чем те. Все. Наталья вот. Прямо... Это все, эксперимент проведен. Вот если все остальное учтено, эксперимент психологически проведен, значимый результат получит. Другое дело, объяснительная гипотеза. Они объясняют, это за счет типа. Потому что здесь типы такие, там типы, потому что мы и делили, мы поставили так. А кто-то объясняет, а это за счет двери. Вот мы, эти стоят дальше, а эти там. Ну это уже плохой эксперимент, если за счет двери. Можно объяснить за счет такого воспитания. Вот даже да, они не учли, а на самом деле я вижу, что здесь помимо типа, вот эти более воспитанные. Не урегулировали вот этот фактор воспитания. Давайте я вам покажу фактор воспитания сейчас, потому что тоже много раз на этот вопрос отвечал. Я одну секунду хочу сказать. У нас в Беларуси есть знаменитый доктор психологических наук Шейнан Владимир Павлович. У него есть этика и психология отношений. Ну, я веду ее, поэтому я часто его читаю. Ну, так вначале, прежде чем вести, мы объясняем, кто когда пропускает, кто когда уступает, какие исключения и все. И поэтому я бы такого эксперимента не проводила. Потому что вначале мы научим и покажем, и вот такого бы никогда не было. Они же там по нашему... Извините, я, например, не вижу, видит ли там... Девушка или парень? Парень здесь стоит, девушка, взрослый и тому подобное. Понимаете? Поэтому я не понимаю, я типом это не могу. Хорошо, не можете. Давайте, Наталья, а можно вопрос? Да. А вы не можете группу поменять потом местами, чтобы у них отошли, допустим, да мы это меняем. Мы же, я говорю, каждый месяц проводим ассессмент. Мы и так и не... Можно я вам покажу про вас? Это, я извиняюсь. Вот, да. Дальше она говорит, хорошо. Вы побочный фактор воспитания? Мы взяли 3 раза и провели, там воспитание было все перемешано. Вот мы учли этот фактор тем, что мы взяли 3 раза и провели, опять вот так разделили и опять получили. Конечно. Все, достаточно. Этого достаточно. Да. Все, тут вы сняли. Да. Лишнее побочное. Давайте я вам про воспитанных покажу, потому что как раз вы сейчас. Да, она воспроизводится. Смотрите, про воспитанных. Вот этот вот человек, сейчас вы посмотрите, как пойдет он. Вот этот вот человек плохо воспитан. Он тоже наш ученик. Мы видели, как он себя ведет на занятиях. То есть человек действительно воспитан плохо. И при этом обратите внимание, как он сейчас пойдет, и потом я прокомментирую. Смотрите. Девушка. Видно, что смешно. Как ему положено. Вот он пошел смешно. То есть я вам о чем хочу сказать, я понимаю, что не верите, я очень хорошо понимаю ваши чувства. При этом люди, которые стоят здесь, скупчивые, ведут себя неадекватно. Они не есть воспитанные люди, они ведут себя неадекватно. Они либо боятся пройти в дверь, либо он вот пошел как таран, вот так навычивший. И там человек даже удивился, он на него смотрит, что такое, что происходит. А те идут свободно. Здесь не вопрос воспитания, просто для кого-то это упражнение легкое, а для кого-то трудное. Можно мне не верить, но вот мы его видим. Вот смотрите дальше, как это будет. Видите, идут легко,
А здесь, ну, вроде бы, какой здоровый молодой человек, все равно большим кругом обходит. Они все равно, они мало того, что отступают от двери сами, никто им не запрещает подойти ближе к двери. Я же не говорю, не подходите, пожалуйста. Но они не подходят и потом большим кругом обходят. Посмотрите еще вот на эту девушку, которая маму свою не пропустила. Можно сказать, что невоспитанная. Следующая пара. Вера. Ей говорят, Вера. Она стоит, потому что ее ресурс. Ей надо сфотографировать. Не потому что невоспитанная, потому что человек с ресурсами обращается совершенно спокойно. Вот еще я, кстати, можно сказать? Да, конечно. Они же сделали что? Ну так, смотри. Они сделали, и это, кстати, вопрос на ваш ответ. Они сначала их в эту сторону пропустили, потом обратно. Да. То есть условия стали одинаковыми. Ну что, эти выходили вот так, а все равно результат одинаковый. И все равно то же самое. А вот. Они сняли условия. Все, и все равно перемену эту сняли. Я к тому, что если вы будете где-то доходить, все, вы эту перемену вот этим сняли. Вопрос снял. Не встает конец сочи. Но здесь, по-моему, на этом встрече мы не делаем. Мы сейчас стали делать. Сейчас делаем именно так. Встает конец сочи. Это Вера, она с первой волей. Нет, она со второй волей. Так, ну, ребята, давайте уже завершайте. Давайте завершать. Люди замерзли, поэтому будем вот здесь вот уже закрывать. Еще у нас такой эксперимент. Можно я только добавлю? Вот это у нас же обратная связь обязательно. Потом люди говорят, так что сказал этот молодой человек? Он сказал, я стою и смотрю, все наши, то есть он заметил, хоть он не воспитанный, но он заметил, почему-то все наши тормозят. Да, вот когда мы говорили, как раз. Поэтому. И что он сделал? Вы же видели? Он голову вниз вот так опустил, он же не просто прошел, он вот как бык проскочил. То есть, это уже пошло не вот эти вот элементы бессознательного, которые вот работают, да, а это уже он включил свое сознание и пошел напротив. Он вот так вот сказал прямо. То есть вот вам этот самый ответ. То есть, смотрите, я очень быстренько, чтобы не замерзли, другие признаки. Есть такой признак рассудительный и решительный. Но тоже название не отражает содержание. Просто ну, как-то надо назвать. Мы можем их назвать признаки X1, X2, как назвал Рейнер. Но тогда будет сложно, поэтому какое-то название дали. И вот мы им, опять же, рассадили на рассудительных, решительных. Да, рассадили на рассудительных, решительных. И дали такое задание, что вот вы князья. Вы, значит, князья на Руси, приходит татаро-монгольская ига и собирает дань. И вот 15 минут у них на то, чтобы они написали свое дань. Нет, свое сочинение. Вот даже никаких почему, да? Никаких, да? Никаких настроек мы не даем. Вот конкретная решительная инструкция. Смотрите, что понимается под названием решительное? Что у людей в ценностях время и сила. Это они ценят это. Рассудительные у них в ценностях комфорт и возможность. На первом месте. Да, на первом месте. Да. Именно в ценностных пунктах. Смотрите, решительные. Мы собираем войско и берем их в кольцо. Они едут, а мы уже сзади. После того, как их успешно встретят, они будут бежать из московских княжеств. И вот тогда они будут выбираться из этой заполученной страны, мы будем из-под каждого холмика, из-под каждого деревца, из-под каждого кустика, ну, соответственно, их там расстреливают. А сочинение было, очень сложно, коллективное? Да, коллективное. Именно коллективный труд всегда. У вас всего два сочинения для сравнения. Да. Ну, три. Три всегда было. Мы вам просто два показывали. То есть нас интересует групповой резонанс. Три, да. Вот, теперь смотрите дальше. Рассудительное. Вот они сидят так, ну им это даже задание не очень приятно, они так не очень комфортно себя чувствуют, потому что не их задание, да? Мы им на первый раз дадим. Через год к следующему урожаю мы часть соберем, а часть спрячем. Ну, скажем, закопаем на заднем дворике. То есть, видите, здесь уже в ценностях не сила, а возможности. И они эти возможности пытаются там где-то спрятать, где-то придержать. Сошлемся на голод великий по всей Руси. Для пущей наглядности не кормить бояр и зелень две недели. Татары поверят и заберут часть дани. А на оставшиеся мы соберем войско, чтобы дать им отворцу по статус. На то мы порешили, да, то подписи. То есть вот рассудительные, даже мы когда проводим проективную методику волшебное королевство, и мы говорим, что вот вы там стали королем волшебного королевства, ваши действия, человек описывает свое королевство. Мы говорим, ну вот вы хорошо живете, все вот как вы описали, так и есть, и тут враг у ворот.
и решительны сразу же. Мы дадим отпор, мы соберем войско, мы будем бороться, сражаться, мы будем там до последней капли крови и так далее. Что делает рассудительный? Мы поговорим с этим врагом. А что он пришел? А зачем? Он что говорит? Ну, уже стрелы летят, уже все, на стену летят, самого убьют, уже надо же защищаться. Мы соберем военный совет, мы поговорим. Будем делать оружие. Да, это проявляется тоже у людей, вот это вот такие типные признаки. Различия между ними непонятны. А скажите, а определяются они типом? Типами. Опять то же самое было, деление на типы. Да, именно типами. Ага, да. Скажите, пожалуйста, вот вообще основная и главная идея ваших экспериментов – это показать, что? Есть психологическое наполнение. Нам нужно его исследовать. Мы дальше. Исследовали. Какое там наполнение? Уточняли. Уточняем. Как бы то, что есть различия между социалистическими типами, это, ну, как бы, ну, уже можно сказать, там, аксиомы, да? Видно, для нас серьезная гипотеза была. Мы провели эксперимент. А теперь вы, то есть это доказано. Вот, да, эксперимент показано. Мы скажем так, показано, да. А теперь вот этими экспериментами вы хотите доказать, что есть не только различия, а показать, ну, качество этого различия. Во взаимодействии, в совместной работе, ну, правильно, в деятельности. Мы уточняем, в чем именно эти различия, на что человек отреагирует, на что нет. Все правильно. Описание. Это я могу понять, потому что им приходится строить всю теорию, как бы самостоятельно простраивать. Потому что, например, хороший, плохой, например, мы не выделим здесь. Это не признак. Еще толстый, тонкий тоже, в общем, не очень признак. Ну, да. А вот признак, было набрать и описать некие маркеры, что же такое отражает именно типологические дополнения. Еще, скажите, пожалуйста, почему все-таки вы пришли к идее, что надо сравнивать группы, при том, что продукт деятельности именно один, целый групповой. А почему не индивидуально? Я поняла. Смотрите, мы индивидуально тоже сравниваем, но здесь есть эффект группового резонанса. И этот признак проявляется очень ярко, выпукло. То есть у нас есть индивидуальные, но вот эти групповые, они показательные, они интересные. И вот смотрите, еще усиление. Усиление, чтобы заметно было. Последний кусочек покажем, то есть не все 12, которые мы делаем, но последний. Называется признак аристократия-демократия. Соответственно, аристократы-коллективисты, вот, ну, это их свойство, да? Демократы и индивидуалисты, это их свойство. Дали им задание сделать коллаж на тему «Россия». Понятно, что Россия – понятие коллективное, аристократическое. Видите, как включилась группа аристократов? Вот они прямо голова в голове, они активно работали, резали, клеили, то есть у них работа шла. Что делают при этом демократы? Уселись вот так. Мы просто вот это наблюдали, мы вообще не понимали, как они дадут нам результат. Они вот так вот сели с картой, со своим журналом и листают. Мы думаем, а когда они будут клеить, когда будут вырезать, когда будут составлять? Вот идет время, из 15 минут 7 прошло, 10 прошло. Они вот так вот сидят. Там сидит теперь Виктор смотрите. Григорьевич. Ну, вот у нас не хватало. И говорит, давайте. Давайте это самое. Уже работает. Давайте поработать. Да. И опять. Опа, эти самые. И опять листать. Понятно, почему у нас в Думе такой. Демократы. Смотрите, что произошло. И главное результаты. Аристократы вышли представлять свой плакат. То есть вышли втроем такие достойно, стоят словами флага, вернее, цветами флага написали слово «Россия», там что-то наклеили, докладывали. Для них это серьезный плакат. Что сделали демократы? Они, значит, так и просидели все свои 15 минут, ничего взрослые не наклеили. Взрослые люди, которые, да, понимали, что надо что-то сделать. Мы сидим с Лениным, говорим, а как они докладывают, то будет, что будет. Но не вмешиваемся, эксперимент есть эксперимент. Вышел парень один, все сидят, смотрите, все сидят насмешливо, на него смотрят. Он вышел один с этим пустым листом. Мы спрашиваем, что это? Главное, вышел, молчит, пустой лист показывает, молчит. Мы спрашиваем, что это? Из группы начинает выкрикивать, «Снега России! Светлое будущее!» Просто обыгрывать белый лист. Понимаете, то есть настолько им это задание не близко, вот когда групповой резонанс. Одного посадил, что-нибудь нарисует, а вот групповой резонанс вот такой фильм. Следующий щелкнул. Да, следующий лист щелкнул, да. То есть вот он, пожалуйста, вот он стоит с этим листом.
А здесь, как видите, это покрупнее, вот прямо, может, да, было, да, плакаты, что прямо вот разрисовали цветами российского флага. Все вот у них здесь приклеено, нарисовано, прописано, стрелочки, там вот с душой поработали. Ну, понятно, понятно. Вот, вот такая, очень хорошо. Да, вот такая тема. Смотрите, как они сидели при этом. Вот этот вот человек, у него бизнес только. Человек, ну хоть он и наш ученик, но он действительно статусный человек. И он думал, что он возьмет власть за столом, что ему получится как-то свое мнение продвинуть. И поскольку все демократы, то всем на вот эти статусы просто, честно говоря, начихать. Тогда он что делал? Он отодвинул свой стол. Видите, здесь вот три стола стоит. Mm-hmm. Вот так просто отодвинул свой стол, снял пиджак, повесил на спинку стула и уселся. Под конец эксперимента, вот это вот его девушка, под конец эксперимента свою девушку посадил себе на колени. Серьезный вот, эксперимент идет. Серьезный человек, вот бизнесмен. Вот, это саботаж. Потому mm-hmm. что его неинтересное задание для них. Да, да. Это адвокат России. Да. Другое задание было интереснее. Там была встреча марсиан. Я просто вот здесь расскажу. Они, здесь, как да. Вот здесь они включились. Но самое интересное, борьба за лидерство была такая, что каждый хотел лидировать, но каждый не мог пробиться, потому что другой-то тоже хочет лидировать. У демократов-то равенство. Тогда вот эта вот девушка обиделась, она такая эмоциональная девушка, она обиделась и ушла вот туда за штору. Это здание бывшего ресторана, там шторы такие. Ушла за штору и встала. Стояла, никто на нее внимания не обращает, никто на ее обиду не отреагировал. Тогда она надела темные очки и вышла из-за шторы и сделала вид, что она марсианка. Это и ее теперь встречают в Кремль. То есть вот, ну, каждый бы включил. Для них это несерьезно. Но это да, это потому что индивидуализм стал просто вот ярким, очень ярко заметным. Именно индивидуализм. Чувствую, когда детский садик устроили. Да. И вот смотрите, вот. Да. И мы сделали после каждой встречи на эксперименте, не только устно мы с ними разговаривали, обратную связь получили, но обязательно письменную обратную связь. И вот посмотрите, здесь тоже, например, что писали аристократы. Группа была единым целым. Сплоченность и заинтересованность, это было очень хорошо. Командный дух, общей цели, настроенность группы на результат. У нас не было никаких тренер-разногласий. Конечно, очень не было. Они выстроили иерархию. Там сразу стало ясно, кто главный, кто второй заместитель, а кто последний, а нет. То есть вот прямо вся вот эта иерархия была простроена. Вот. Ужас, чувствовала полную оторванность от группы. То есть вот это вот ужас для аристократа. Для демократа что? А мы что, коллективно должны это делать? Решать, что делать. Нас объединяло нахождение в этой группе. Некоторые писали, что на вопрос, что вас объединяло, Виктор. Что вас объединяло, Виктор? Что вам мешало? Денис. А Денис, вот который стол отодвинул. То есть, понимаете, вот ну, настолько вот это вот все неколлективное, да? Не уверена, что нас вообще что-то объединяло. Проявить свою креативность, борьба за лидерство. Вот это было для них важно. Никто не навязывал свое мнение. Если не все были согласны, мнение отвергалось. Это их цитаты. Вот, вот да. Это отдельно, уже не коллективное, это было в анкете, каждый вот, соответственно. Это наполнение дополнительных признаков. Ну, на этом вся эта этическая часть, чтобы вам не морозить. Это ужасы нашей демократии. Можно и так, конечно. Можно и такую. И ничего, вот, было идеально, а с нас, ну извините, ну нам можно ошибаться. Но я просто видела людей, которые честно что-то пытаются понять. Вот это... Работают по чесноку. Работают по чесноку, правильно. И в этом смысле они вызывают ну просто глубочайшее уважение. В то время, как я видела наших ученых, которые делают вид, что работают. Таких, к сожалению, процентов у них людей, которые делают вид, что работают, гораздо меньше, чем у нас. А вы считали, что это разговор? Еще платный сказать? Да, если можно. Нет, ну тут разговор может быть либо длинный, либо очень короткий. Две части там. Так,
повернись лучше даже. Теоретическая часть, практическая часть, ну, что называется? Теоретическая часть, ну, такие же, как и все другие люди, которые изучают такую сложную реальность, как психика, дух человеческий, должны обязательно понимать. И это очень важная вещь. Заключается в том, что грандиозный космос всего. И его, вот, понимаете, так вот охватить в целом просто невозможно. Все наши и теории, и концепции у всех частичные. И это надо понимать. Мы не можем ухватить этот весь космос. Это целая история. Я могу, конечно, сейчас вам процитировать там от Аристотеля до Бертрана Рассела. Короче, все замерзли. Все это хозяйство, понимаете, какое это отношение. Это дело, это не специальный разговор. Нет, кто-нибудь не претендует на всю психику. Это модель. Это еще не было, по-моему. В свое время Витгенштейн был такой логик науки, математикой занимался и физикой. Он одно время, в 30-е годы, психология там что-то шум подняла, там бихевиористы, фрейдисты, много было шума вокруг этого всего. Но он взялся посмотреть, что это за область такая знания, надо посмотреть, в каком она состоянии, на каком уровне. Несколько месяцев он там изучал все наши поддержки, и в итоге он сделал этот известный приговор Витгенштейна. Современные мне исследования человеческого духа, психологии и смежных наук. Это мамблан фактов и элементарная, безобразная путаница в понятиях. Понимаете, вот такой, да, такой был приговор всей вообще психологии и всего остального ряда. Ну, конечно, на него там фрейдисты наскочили, они ему тут же объяснили, почему он так агрессивно относится к психологии, это понятно. Но с ним вступил в полемику Бертран Рассел, который ему сказал, а это его коллега ближайший, они там философию аналитическую оба развивали. Он ему говорит, дружок Витгенштейн, Людвиг, ты что-то не понял это в хозяйстве, это тебе тут не геометрия Евклида. И даже не химия Менделеева, где уже более-менее там в силу простоты хозяйства еще-то такое расставили, какие-то целостные представления создали. А тут ты имеешь дело со сложнейшим космическим образованием, и там просто все, и никто там не может, все, кто претендует, просто мало рефлексирует и мало понимает в том, что они делают. Если они претендуют на универсальный охват, всего и вся у нас здесь. И пытаться дать объяснение фундаментальные, базальные там всему нашему духовному хозяйству. Пока что таких гениев еще не появлялось в науке. Вот там в механике там есть, там вот Ньютон есть, там до этого. Так, ты поближе к соционике. Сейчас я к соционике. Так вот, и юнгианская система. Такая же частная система, которая достаточно произвольно выбрала там отдельные вещи, которые Юнгу казались значимыми. Я извиняюсь. Рациональность и рациональность. Осознаваемые и неосознаваемые. Что тут произвольного? Кроме... Они взяты как таковые. Но кроме рациональности и рациональности, я уж не говорю, что в психике в целом, но еще и в самой познавательной сфере полно самых разных других качеств и характеристик, которые прошли просто мимо него. Не важно, это опыт, да. Ну, вот я про это и говорил. Это как я про эту частность и говорю. Не темперамент, он другой. Я про эту частность и говорю. Тут же это надо вопрос понимать, об информации. Осознавать. Не нужно думать, что если ты ухватил 4 там функции, причем не очень складно, кстати, это сделано, но это особый разговор, то ты уже, так сказать, взял, как там говорят, Бога за бороду в этом деле. Ничего этого нет.
Это одна из достаточно частичных систем. Там много внутренних проблем. А что было хорошее? Было бы время, я бы вам набросал их сразу, но я не хочу. Сейчас это целая история. Скажи что-нибудь позитивное. А? Позитивное. Что значит позитивное? Позитивное заключает... Они... Скажи что-нибудь позитивное. В своей, в своем языке, в своей игре, в своей парадигме и так далее, действительно пытаются работать более-менее строго, развиваются, расширяют эти представления, уточняют и так далее. То есть в рамках вот своей системы, то бишь своего языка, своей парадигмы там и прочее, целое сложное хозяйство уже наработано. И они в ней двигаются, я считаю, прогрессивно. Угу. Там есть, как и должно быть, и это нормально, миллион проблем, можно заметить много там всяких огрехов, и их можно там от каких-то избавиться, какие-то, извините. Ну это в любой науке. Возможно, в любой. Это в любой. Мы это все не... так. Да, у нас мы все, и психосмология такая, конечно, и там конечно. Все другие люди, которые расписывают вам всякие стили мышления там. Вы ничего им не скажете, если он вам там скажет, что я вообще не занимаюсь вашими рационалами и иррационалами. А меня интересуют и визуалы, и аудиалы, и кинестетики. Да? Или там меня вообще... Холерики, флюгматики. Да, и все, и меня это вообще... Или меня интересует поле зависимое и поле независимое. Остальные все, я их вообще игнорирую. Меня это не... И он там в своих полях зависимости... Ну и что? Они сказали, у нас более целостная... модель. Нет, она может быть наша модель, наше направление. Мы не будем говорить, мы не замахиваемся на холериков. Нет, ну, на значит, этих самых. В этих теориях это вот нужно очень важно это понимать. Там да. Мы еще не вышли на уровень, при котором, понимаете, вот все многообразие этого хозяйства эмпирического можно было бы свести как нескольким базовым вещам, которые порождают все это хозяйство. Вот да, нет, а вот сейчас дай, а вот как им соединиться с психологами, да, вот не противоречиво, встроиться. Мы к вам пришли, чтобы как раз вы подсказали, как дальше двигаться, если в этом есть. Вот я увидела какую проблему главную. Они, у них. Минуточку. Наталья Львовна, а какова цель? Что значит строиться? А я вижу, что цель соединиться с психологом. Вот смотри, у них на работе... Мне просто обидно. Они уже психологи, да поняли? Они не психологи, как раз их психологи говорят, вы извините, вы соционики, а мы психологи. Ну хорошо, но существуют соционики, существуют философы, существуют... Нет, а почему? Нет. Зачем нужна вот эта интеграция такая, вот прямо внедриться? Есть причина? Нет. Мне просто интересно. Вот почему психологи не хотят принимать вот это знание? Во-первых, какие психологи? Ну, не хотят они принимать. Ну, пусть не принимают. От этого знания никуда не девается. Оно есть. Ну, как бы, эти приняли. Нет. Ну, с какой целью? Почему хочется, чтобы приняли это знание именно психологи? А давайте я отвечу тогда. Вы знаете, все очень просто. Да. В России, как вы знаете, создана комиссия по борьбе с лженаукой. И сначала, вот сгоряча, эта комиссия выложила список лженаук и недостаточно изученных научных направлений. Хорошее объединение в одну, да? Лженауки и недостаточно изученные научные направления. Безобразные объединения. Да. В том числе среди там всего прочего и гомеопатии, и астрологии, и соционики, и много всего прочего. И каждый раз, когда открываешь рот, нам говорят, это ваша астрология, Нет, почему вот есть знание какое-то, да, почему к нему такое отношение? Другое, что если недостаточно изученное научное направление, дальше его нужно изучать, чтобы оно было изучено, развивать. А если оно лженаучное, значит его надо запрещать. Потому что этой комиссии рекомендовано взять рецептов массовой информации и прочих местах. Вызывать у людей отторжение к этим направлениям. А спрашивается, зачем? Выпускаются статьи в журналах, и сколько уже на это.
знаете, по телевидению. А уж вообще там была не замужем, и еще какая-то. Да была она замужем, была она прекрасным человеком. А при чем тут это? Да, а вот зачем? Да, вот это при чем? Чтобы отчасти не умереть. Вообще безобразие. Не по тестимаю, конечно, безобразие. Да. Почему вы считаете, что вас не... Это не мы считаем. Вы скажите это комиссии по борьбе с лженаукой, которая создана при РАН. Ну это бог с ними. Я не знаю. Нет. Я же рассказала сейчас о том, как я лично увидела. Вот я даже, ну я это чувствую. Я это абсолютно чувствую, когда говоришь соционика с психологами. Они сразу просто напрягаются очень сильно и как-то... Да. При том, что реально они идут, ну ты же вот сама экспериментатора, они идут абсолютно чистыми нашими экспериментами, гораздо иногда красивее сделанными, чем, ну, то есть очень много в них, нам есть чему у них поучиться, почему они, там есть очень много интересного. Ну, во всяком случае, их выход в практику значительно очевиднее, чем наш. Правильно. Вот. И в этом смысле... Зачем нужно, вот мне непонятно, зачем нужно ставить такой вот водораздел? Он, ну, скажем, мы, они вы же честно. Вы соционики, там и оставайтесь. Да, дело в том, что они вот честно и говорят, вот вы с этим боритесь с нами, ну давайте разговаривайте с нами. Скажите, что мы не правы. Вот скажите, что мы не правы. Вот, пожалуйста, мы готовы принять решение. Они могут сказать, что вы правы, но у нас же еще объяснить. Что неправо? В чем неправо? Ну, почему неправо? Ну, вот да. А просто сказать неправо или неправильно, это же дискуссия нужна. Но мы я не пойму, мои дорогие. Да. Ну вот я психолог. Да. Вы ко мне можете такие претензии предъявить сейчас и признаю? Нет, там к вам ни в коем случае. Ну, так вот, ну когда люди слышат, ну, ну и таких когда психологов, что? Как я, тоже достаточно. Ну и хватит. Ну вот страшно. Учтите, что и там, где психологи вроде бы друг друга признают, но это именно вроде бы, они между собой тоже там, знаете, как грызутся, еще почище, чем с так называемой лженаукой. Понятно. Это я вам точно говорю, это уж я знаю очень хорошо. Я скажу, в Беларуси точно так. Да, ну, поэтому это это общечеловеческая познавательная ситуация. Ислам, понимаете? И вы спокойно грызутся. Они грызутся, но они называются все наукой. Да. А соционика не называется наукой. И это разница большая. Нет, нет, нет. А мы хотим, чтобы соционика называлась наукой. Ну, чтобы и называйте. А ВАК не называет ее. А? Кто? ВАК. А кто такой ВАК? Это самозванная организация вообще. Ну, есть такая. Да. С гербами. Вы знаете, что нигде в мире, вот когда к нам приезжают иностранцы, и мы им рассказываем, что у нас ВАК есть, они не понимают, что такое ВАК. А что от нас? У них степени не выдаются ВАК. Вообще ВАКа никакого нет. Ну то есть да, у них есть никому не хочется. Который выдает степень.